Всем здравствуйте! На кубанских землях, как вам известно, готовят только по-кубански. Так вот сегодня мы будем готовить кубанский напиток против самого злого врага на сегодняшний день – коронавируса. Будем использовать 4 наиважнейшие составляющие – лимон, имбирь, мед и вода. Нам нужно сделать очень простую вещь. Нарезать лимон, нарезать имбирь и все это в блендере как следует перемесить. Приступим. Лимон и имбирь мы нарезали. Теперь хорошо нужно это все блендером перемешать. Итак, мы с вами очень тщательно перемешали лимон и имбирь, поместили все это в банку. Теперь обязательно все это нужно залить крутым кипятком и оставить завариваться. В кубанском напитке очень важно использовать настоящий кубанский мед. Вот он, мед майский, прошлогодний. Пчелки постарались специально для нас. Будем использовать только его. Мед нужно добавить в кипяток и размешать до полного растворения. Мои дорогие друзья, пропорции, которые я добавляю, очень индивидуальны. Все зависит от вашего вкуса. Поэтому я лично добавляю на банку 3-литровой воды 100 грамм меда. Мне кажется, так наиболее прекрасно. Когда вы все это разбавили кипятком, необходимо, чтобы хотя бы один час все это у вас настоялось. Это обязательный момент. И не забывайте, все
все это хорошо помешивать. Дорогие друзья, пока у нас все это настаивается, предлагаю вам посмотреть музыкальную паузу. Кубанский напиточек против коронавируса поддержит наш иммунитет, чтобы жить нам было лучше. Итак, нарежу я лимончик, пошинкую я имбирь, все это залью я медиком, чтобы получился кубанский напиточек против коронавируса. Мой напиток number one, мне он нужен, как и вам, как и нам. Не поменяю, не продам свой напиток никогда. Никогда. Мой напиток number one, мне он нужен, как и вам, как и нам. Не поменяю, не продам свой напиток никогда. Никогда. Час прошел, теперь нам необходимо все это перецедить и налить в большую банку для перемешивания. Нужно избавиться от всего лишнего. Нам ничего не нужно в нашем напитке. Кубанский напиток, смотрите, а! Сколько витаминов против коронавируса! Не быть ему в нашем доме и в вашем! Получившийся напиток обязательно нужно разбавить, иначе он получится у вас сильно концентрированным. Пить будет сложно. Ах, как хорошо! Напиток кубанцев против коронавируса готов. Давайте попробуем. Этот волшебный напиток с кучей витаминов. Делайте, пробуйте и пейте. Коронавируса в вашем доме не будет. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и ставьте вот тут тилин-дилин-дилин-дилин, чтобы не пропускать новые наши видео. До свидания.